Ку всем, с вами Бамбоб, киньте шинда лайкосик и го смотреть видосик. Ребята, стартовало обновление и оно очень-очень крутое. Если вам интересно, что добавили в этом обновлении, обязательно поставьте лайкосик и погнали. Стартуем! Итак, вы уже, наверное, все знаете, что у нас стартовал ивент и мы теперь можем себе выбить новый Bloodline Forget Rengoku. Также мы можем себе, ребят, купить другой Bloodline. Сейчас все обо всем по порядку. Перед этим скажу вам, что вышел новый кодик на спины и можно будет выбить временный Bloodline. Кодик на спины вы видите у себя на экранчике. Он на 150 спинов. Через 30 тысяч лайков на видосе разработчиков, ребят, будет еще один кодик, но я думаю, где-то на 90. Пока только на 150 и пробуйте выбивать новый Bloodline. Еще, ребята, нам добавили третью стадию кармы и изменили вторую стадию. Смотрите, вторая стадия какая красивая тоже стала. Вот у нас появился рог. И так на каждой карме что-то новенькое добавили. Но плюс теперь есть третья стадия. Чтобы ее открыть, надо прокачать карму на 2300. Чтобы 2300 левелов было, потом мы откроем третью стадию. Я обязательно это сделаю и покажу вам чуть попозже. Так, давайте покажу вам еще, что же мы можем выбить. Что мы можем выбить, ребят, из босса. С босса мы можем выбить Forget Rengoku 1/60. Но открою вам секрет, что разработчики написали, что первые два дня он будет с редкостью 1/20. Еще один Bloodline, это Forget Sengoku, который мы сможем выбить, если получится 1/250 спинов. Чуть попозже, сейчас он у меня уже недоступен, через час будет доступен, потом начну крутить спины. Может быть, мне он даже и выпадет, если нет, то надо выбивать из босса. Вот такие, в принципе, новости. Ивент, чтобы зайти, вы сами можете телепортироваться, нажать на телепорт, и вы попадаете в новый ивент. Там уже есть заставка, очень долгая заставка. Это плохо, конечно же, ее пропустить тоже нельзя. И у нас сражается 6 человек теперь на арене вместе с боссом. То есть босса убиваем, забираем себе компаньона, а если повезет, я уже вот одного убил, вот уже компаньон у меня на месте. Forget компаньон у нас. Если повезет, выпадает свиток, и вы можете его забрать. А вот, ребята, в Дискорде еще то, что я вам говорил, что покажу. Вот написано, что на Forget Rengoku ивент первые два дня будет редкость 1/20, а вторые, ну а последующие дни 1/60. То есть активно играйте, сегодня начинается ивент, первые два дня активно играйте, он будет выпадать почаще, я тоже буду стараться его выбить, всего лишь 1/20. Дальше будет редкость 1/60, как и на Пейне. Думаю, что эти новости будут вам полезны. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. На сегодня все, всем удачи, всем пока.